Дым до небес. В понедельник днем в Иванове произошел серьезный пожар. Загорелось здание бывшего мебельного комбината по адресу 23-я линия, дом 13. Здание, в котором был обнаружен очаг пожара, использовалось под производство текстильной продукции, а также перчаток, производство и складские помещения. В 11:19 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, был объявлен повышенный ранг пожара, организована работа по спасению. Из здания эвакуировали 89 человек, сотрудников производства. Спасатели успели вовремя. Через некоторое время произошло обрушение перекрытий на площади порядка 300 квадратных метров. По словам очевидцев, огонь распространялся стремительно. Я рядом не находился, я смотрел из окна. Сначала дальнее здание загорелось, поскольку они связаны все друг с другом. Огонь перекинулся на второе здание, на третье, они все старые. И, соответственно, начали рушиться перекрытия вот витражные, которые сверху. В тушении пожара были задействованы порядка 300 человек и 39 единиц техники. Открытое горение удалось ликвидировать только спустя 3 часа. Огромные площади и состояние зданий усложнили работу пожарных. Сложность связана с тем, что, во-первых, это текстильное производство, да, легко воспламеняющееся. Кроме этого, из-за высоких температур у нас произошло обрушение межэтажных перекрытий, что дает определенную сложность в организации тушения пожаров. Но на данную минуту мы проблемных вопросов не видим, проводим плановые мероприятия по тушению пожаров. Предположительно, здание загорелось из-за неосторожного обращения с огнем. Однако о точных причинах пожара пока говорить рано. К выяснению причин подключилась также областная прокуратура. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.